Апрель – время традиционных субботников. 1 апреля с утра в центре аула Кашхабль собрались все работники структурных подразделений администрации района. Участники субботника убирали от мусора центральную площадь района, побелили бордюры и деревья. Совместный труд способствовал созданию дружной команды, благодаря усилиям которой от мусора была очищена лесополоса по дороге в сторону Чехрака. Работниками Кашхабльской школы номер 1 был приведен в порядок мемориальный комплекс павшим воинам. Здесь также были побелены деревья, убран мусор и приведен в порядок монумент. Хочется отметить, что в центре аула Кашхабль на площади Ленина реставрируется памятник Владимиру Ильичу. В настоящее время подходит к концу реставрация. Средства на ремонт выделены администрации Кашхабльского сельского поселения.